эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В жилом комплексе «Первый квартал» активными темпами идет строительство новой школы. Она в этом году, значит, эту школу надо обязательно запустить. Видновские танцоры завоевали титул чемпионов на первенстве Москвы. Мы взялись за это вновь и подтвердили титул. Во дворце спорта прошел матч баскетбольных команд «Спарта НК» и «Енисей». Ну, соперник очень сильный, приличный, победы у него очень интересные. В связи с обильными снегопадами коммунальные и дорожные службы муниципалитета работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта, проездам во дворах и тротуарам. Подробнее в следующем материале. Циклон «Ольга» принес в Ленинский городской округ новые сугробы снега и удвоил работу для коммунальных служб. Сейчас на территории задействовано 90 единиц техники, а также трудятся более 350 сотрудников. Особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, лестничным спускам и придомовым территориям. Последние сутки мы работаем в усиленном режиме. В первую очередь чистим пешеходные дорожки, лестничные спуски, подходы к соцобъектам. Заходим во дворы. Ну и дальше на детские площадки и спортивные площадки. Работа по уборке снега кипит почти круглые сутки. Видновчане отмечают оперативность коммунальных служб. Отлично. Очень часто убирают здесь. Ну, просто невозможно убрать, если каждый день снег. А вообще хорошо убирают. И тракторов много, и маленькие трактора, и побольше, и все. Мне нравится. Более-менее нормально ходить можно. В целом дорожки чистые в основном всегда. Ситуация по расчистке дорог и улиц от снега в городе стоит на особом контроле администрации. Несмотря на то, что в ближайшее время работы у коммунальных служб будет по-прежнему много, снежные покровы и наледи будут оперативно устранены. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В жилом комплексе «Первый квартал» продолжается возведение новой школы. Образовательное учреждение рассчитано на 1675 учеников. Из-за особенностей рельефа местности здание будет разноэтажным, с односкатной прозрачной крышей. Все помещения многофункциональны. Атриум с амфитеатром на 600 мест, классы-трансформеры, большие спортивные залы и множество общественных пространств. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор. На данном этапе выполнена работа по устройству колодцев ливневой и дождевой канализации. Монтируются колонны и ригели первого этажа. Готовится гидроизоляция стены цоколя. Побывал на объекте, проверил ход строительства и пообщался с застройщиками глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Она в этом году, значит, эту школу надо обязательно запустить. Даже если это будет не сентябрь, но в этом году декабрь точно дальше срока никуда не подвинем. Учебное заведение позволит существенно разгрузить 11-ю школу, которую посещают юные жители новых микрорайонов. Порядка 800 человек уже точно будет, но в связи с вводом новых домов ожидаем дополнения контингента. Качество и график выполнения строительных работ Станислав Катров будет держать на контроле. В здании администрации прошло совещание, в котором приняли участие представители волонтерских и общественных организаций, предприниматели и представители руководства муниципалитета. Обсуждали варианты развития бизнеса через обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. На встрече побывал Максим Козлов. В настоящее время на территории Ленинского городского округа проживает более 7 тысяч людей с инвалидностью, из них порядка 700 детей. И многие из них лишены возможности сходить в кафе, магазин или развлекательный центр. Именно этой проблеме было посвящено совещание, где перед бизнесменами выступили представители волонтерских и общественных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы округа Татьяна Квасникова. Я хочу сказать слова благодарности бизнесу, который оказался сегодня в этом зале. Дорогие друзья, раз вы уже пришли к нам, значит, вы с нами по этому пути дали согласие двигаться. И спасибо вам огромное. Координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Морозова обратила внимание предпринимателей на то, что многие заведения общественного питания не приспособлены для людей с инвалидностью. Некуда поставить костыли или ходунки. А если мы говорим о... Ребята, которые на колясках, так они вообще не хотят никуда выезжать, потому что говорят, куда я поеду, там нет возможности подняться. Председатель Ленинской районной общественной организации инвалидов-диабетиков Елена Воробьева, обращаясь к предпринимателям, подняла еще один весьма насущный для людей с ограниченными возможностями вопрос. Давайте уже начинать принимать людей с повышенными потребностями на работу. В
Вы знаете, вы почувствуете плюсы. Во-первых, они очень исполнительные. Во-вторых, насидевшись дома, они очень будут держаться за ту работу, которую им предоставят. Общественники обнародовали инициативу обозначать заведения, которые ориентированы на обслуживание и работу с инвалидами, особым знаком и популяризировать такие предприятия. Заведения получают специальную наклейку, которую вы видите на экране, которая может информировать каждого о том, что любому человеку или гостю будут рады в данном заведении. В Ленинском городском округе уже два предприятия – кафе и конно-спортивный клуб – получили такие знаки. А количество представителей бизнес-сообщества, которые готовы создавать у себя в заведении доступное для инвалидов пространство, неуклонно растет. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Воспитанники клуба «Звездный вальс» завоевали титул чемпионов на первенстве Москвы. Юные танцоры были признаны лучшими по направлению «Формейшн». Наталья Буслаева поздравила спортсменов с победой. «Формейшн» – одно из самых ярких и зрелищных направлений в спортивно-бальных танцах. 8 пар в одинаковых костюмах в одном ритме синхронно выполняют движения. Артистизм и потрясающую слаженность действий – все это удалось продемонстрировать воспитанникам «Звездного вальса» на чемпионате Москвы по танцевальному спорту. Руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин рассказывает, осваивать дисциплину «Формейшн» начали 5 лет назад. Прошли достаточно интересный путь. Мы стали чемпионами Москвы, 4-кратными чемпионами России. И вот несколько лет у нас был передых такой, потому что достаточно сложная дисциплина. Мы взялись за это вновь. И подтвердили титул. Юные воспитанники «Звездного вальса» стали абсолютными фаворитами турнира. Они покорили сердца жюри, исполнив номер под названием «Мир, он для всех», который состоял из 5 танцев латиноамериканской программы – самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Композиция достаточно интересная, да, очень глубокая. Называется «Мир, он для всех». Мы как бы старались объяснить, что все дети равны. И там про дружбу, про взаимосвязь, такая достаточно глубокая композиция. К выступлению танцоры подошли с большой ответственностью, репетировали практически без выходных и каникул. Но результат того стоил. Я бы хотела стать чемпионом не только Москвы, но и России. Я думаю, нашей команде нужно еще сильнее выложиться, еще сильнее, чем на Москве. И может станем. Сам формейшн весь, конечно, иногда бывают легкие моменты, иногда такие сложные, иногда нормальные. Ну, в принципе, можно сказать, формейшн, он такой средненький по постановке сложности. Но мне кажется, мы почти все хорошо сделали. Но были такие ошибки, что там один руку не туда поднял. Я очень волновалась, потому что боялась, что что-то не так будет, что-то не синхронно, что-то не подстроимся, линии не будет и рисунка. Главную поддержку ребята чувствовали, конечно, от своих родителей, которые волновались не меньше самих юных артистов. Это было очень волнительно, а накануне она никак не могла уснуть, весь вечер переживала, с утра вскочила. А ни свет, ни заря. Начала тренироваться, подготавливаться. В общем, это был безумно волнительный день. Ребята верят, что помимо ежедневных тренировок и настроя только на победу, помог удачно выступить и плюшевый талисман клуба. Мы кладем на него руку перед соревнованиями и загадываем желание. И оно всегда сбывается. Этот талисман для нас очень много значит. Он, как считается, звезда, звездный вальс, который танцует. Один из критериев – это синхронность, и самое важное – это линии. То есть там до миллиметра должны все друг за другом строиться. Именно поэтому мы очень благодарны и Дворцу спорта «Видное», который нам периодически предоставляет площадку, и в Доме культуры, потому что нужна действительно большая площадка. Это одна из самых сложных дисциплин. Команд очень мало. Вот в России было 6 команд именно в детях. Поэтому, да, действительно это сложно, но она очень интересна тем, что начинается такая взаимосвязь между детьми. Благодаря победе на столичном турнире спортсмены «Звездного вальса» прошли отбор на чемпионат России, где им предстоит выступить уже в марте. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.
В Видновской детской школе искусств прошел концерт «Влюбленные в песни». Ученики класса Анастасии Кузнецовой исполнили вокальные композиции разных направлений. Своим выступлением они порадовали педагога, родителей и нашего корреспондента Юлию Стаферову. В детской школе искусств города Видное состоялось выступление учеников преподавателя по вокалу Анастасии Кузнецовой. Ее воспитанники пели под классическую музыку, исполняли народные песни и произведения на иностранных языках. Программу концерта разработала сама Анастасия Васильевна с учетом возраста детей и их интересов, а также приближающихся праздников. Я стараюсь затрагивать и выбирать какие-то произведения тематические, которыми они бы могли поздравить и наших пап, и мужчин, да, с приближающимся наступающим 23 февраля, и, конечно же, наших мам с наступающим 8 марта, мам, бабушек, всех женщин, которые приходят к нам. Школа открыта для тех, кто любит искусство и держит курс к новым творческим достижениям. Она дает возможность детям приобрести эстетические, нравственные и культурные знания. На концертах, которые организуют педагоги, царит дружеская атмосфера. Это мероприятие очень хорошее, потому что можно не волноваться совсем. Это не конкурс, ничего не важно. И можно просто выложиться и спеть на удовольствие. Мне нравится то, что можно с помощью музыки передать свои впечатления. Профессиональные педагоги Видновской детской школы искусств будут и дальше прививать подрастающему поколению любовь к творчеству. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце спорта прошел матч команд «Спарта НК» и «Енисей». Накал борьбы не отпускал зрителей до самого конца игры, а финальный трехочковый бросок стал решающим. Свою порцию адреналина получила и Инга Янчук. На площадке Дворца спорта «Видное» встретились команды из середины турнирной таблицы. Енисей удерживал место в пятерке, а видновчанки занимали восьмую строчку. Главный тренер нашей команды Сергей Данилин рассказал, в каком состоянии спартанки подошли к этой игре. Тяжело предсказать этот матч вообще по результату, потому что был перерыв. Довольно-таки долго команда не была вместе, и отсутствие игрового ритма, и какие-то командные работы, это будет, я думаю, скажется. Но соперник очень сильный, приличный, и победы у него очень интересные, и с ними очень непросто играть. Но я надеюсь, что так как паркет домашний, нам будет чуть-чуть проще, что, возможно, скажется на результате. Первая половина матча завершилась результатом 39-18 в пользу «Спарта НК». Болельщики следили за накалом игры, поддерживали наших девушек и ждали развязки. За кого болеете? За «Спартак». За «Спарта НК». Ну, конечно, за наших, за «Видное», за «Спартака». Какие ожидания от игры? Ну, думаю, что выиграют, потому что такая большая разница в счете. Надеюсь, выиграют. Очень будем болеть. Как вам игра? Не очень. Мы болеем за Енисей. Основной упор в матче видновчанки сделали на защиту. И несмотря на быстрые атаки, Енисею не удалось навязать свою игру хозяйкам площадки. В свою очередь, «Спарта» придерживалась избранной тактики. Победа позволяла приблизиться к спортивным целям на сезон. Мы должны закрепиться очень плотно в восьмерке. И дальше будет стадия плей-офф. Это наша первая задача. Во второй половине матча Енисей стал вырываться вперед. Игра шла на равных. Однако за минуту до сирены в решающей четверти видновчанкам удалось реализовать трехочковый бросок, который предрешил исход матча. «Спарта НК» одержала победу над Енисеем. Игра окончилась со счетом 63-59. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. А теперь рубрика «Афиша», и мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. Приглашаем любителей экстремальных видов спорта посетить трассу «Казачий дозор» в субботу, 17 февраля. Здесь в 12 часов стартуют соревнования по мотокроссу памяти Владимира Золотарева. В библиотеке села Молоково в 14:00 в субботу пройдет мастер-класс народного творчества «Деревянное панно» с хохолмской росписью. Стоимость 500 рублей. Также в субботу в музее-усадьбе Горки Ленинские в 15 часов пройдет интерактивная экскурсия о традициях русского дворянства 19 века «Званый вечер в усадьбе». В воскресенье 18 февраля на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки вновь соревнования. На этот раз очередной этап гонок на выживание. Начало в 12:00. Приходите поболеть за наших гонщиков.
В Доме культуры «Буревестник» села Молокова в 17:00 в воскресенье театр-студия «Премьера» представит спектакль по мотивам сказки Джани Родари «Голубая стрела». Стоимость билетов – 500 рублей. Проведите выходные интересно и с пользой! Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!